Всем привет! Спасибо, что зашли на мой канал. Перед выпуском будет небольшая реклама от меня же самого. Приятного просмотра. Готовьте чаек, кофеек. Надеюсь, вам этот выпуск понравится. Потрясающая новость для вас. Вы можете купить любой, собственно, скин за донат мне на стриме в целях поддержать, так сказать, канал и творчество. Ссылка на Telegram, Discord, где проходят все конкурсы. Ставьте лайк, подписывайтесь, жмите колокольчик. Что, всем доброе утро. Потихонечку иду на работу. Вчера был очень большой онлайн, колоссальный. Еще один донатер. 458 рублей. Там холодно очень. Сегодня с Денчиком работаю. Так что кайф. Вчера взял вечером какой-то скин интересный. Наснимал туториалов, гайдов, кучу роликов разных. Обалденно. Ну, лег, конечно, поздно. Засиделся. Было здорово. Вайб такой потрясающий. Как-то так, ребяточки. Пора работать. Почему теплее? Сегодня снег вышел. Выпал. Наконец-то. Обалденно. Хоть потеплее чуть-чуть стало из-за снега. Спасибо всем, кто заходит на стримы. 23:00. Потихонечку движение идет. Мне подписчики советуют, типа, бери сразу нормально и забей. Но в плане эту камеру, то есть. Блин, ну камера нерациональная, особенно на моих этих. В моем случае на моих этих движухах в плане и аудитории, и в плане просто комфорта, там, жизни. Камера дороговато, просто кусается. Если это все устанавливать, ну то есть место будет тоже занимать лишний раз. Ну так-то да, так-то ловить. Но это надо на огромном количестве подписчиков делать. Пока, я думаю, вебкой можно обойтись. Ну пока и так отлично, намного лучше стало. С этим штативом. Свет на им будет есть. Очень много. Наконец-то потеплело. Собственно, народу битком. Сейчас вот единственный перерывчик был. Вырвался в магазин. Хотя бы покушать купить. То есть что-то я не успеваю приготовить. То забываю. Ну, в целом, как бы, сыт нормально. Возможно, если сегодня так будет продолжаться погода, еще чуть-чуть теплее, можно будет сходить на турник в какой-то веке, потому что я с этими морозами пропустил. Либо, конечно, переждать еще денек-другой. А вчера хотя бы поджимался дома. Разделись мало, конечно. Так. Сосиски вот эти сливочные и гречку мне уже приготовилась, и тут еще кофеек. Пока есть промежуток времени до клиента, надо покушать. Всем приятного аппетита, спасибо за лайки, просмотры, всем хорошего настроения. Я хочу заказать себе RGB этот светильник, точнее как прожектор, который у меня есть, только еще один. Он стоит 420 рублей. Долго думал, но очень хочется, но это уже завершающие. И вот на рабочий стол поставить такой маленький ночник в виде луны с разноцветной. Тоже будет достаточно прикольно и интересно. Ну, как бы с чаевых и с донатов, думаю, себе выделю. Да, с одной стороны, это нерационально, как бы у меня все есть. Но, блин, очень хочется. Не знаю, мне нравятся эти светящиеся штуки. Они добавляют какого-то уюта, какой-то утонченности, вайба. И что хотел сказать. Один видос залетел на 8100 просмотров в шортсе. Представляете? Как раз по редакту.
Ну, нужно еще учиться снимать. 8100, я в шоке, это прям офигеть. Там уже 150 лайков, как бы аудитория растет потихонечку. 93 в Дискорде человека. Холодно, я не ходил никуда у магаз. Но сходил только днем. Сейчас еще раз не пойду, дома, скорее всего, готовить не буду. Поджимаюсь, наверное, немного. Да и, собственно, стримить. Тоже постоянно все жалеть, как бы. А техника такая, еще мелочевка, на 400 рублей выделить. Как бы это мне ничего не стоит, особенно это либо с донатов, либо с чаевых, либо так просто. Ну, типа лишние деньги. Лишних понимаю, что не бывает, но себя порадовать, и плюс это можно еще выгодно продать, если что. Не знаю, мне прям очень захотелось. Ну, я смотрю на картинку, чего-то не хватает. Конечно, не хватает качества картинки, но качество мне раскошелиться так, ну, как не хочется, потому что еще рано, столько аудитории нет. Потому что я уже это проходил. Мне, конечно, хочется того качества, которое было, но, блин, это нерационально. Я все-таки сейчас стремлюсь, так сказать, к рациональности, поэтому хотя бы светом, так сказать, выиграю. Одно дело там купить крутую камеру, она стоит до хрена, там 120 тысяч, либо купить светильник за 420 рублей. Конечно, я выберу светильник. А так, не за горами. Возьму монитор и вот эту вебку брил. Не знаю, очень хочется улучшить. Ну, со временем, думаю, постепенно. Смотрю всякие корейские видосы, как вот у них вайп. За копейки там все, ну так утонченно, аккуратненько сделано. Когда будет свое помещение, я там все вот это даже оборудование, эти светильники туда поставлю, и будет интересно. Даже свой подвал какой-то. Вот я мечтаю, стараюсь, работаю. Со временем, конечно, это появится. Тогда пойдет вообще движ. Ну и сейчас, в принципе, круто. Вчера был очень хороший онлайн. Так аудитория добавляется. Я буду продолжать делать то, что делаю. В принципе, за 2 месяца у меня обалденный результат. Уже и рекламодатели, и по рекламе пишут. Потихонечку. Я думаю, к чему-то да придем. Потихонечку собираюсь домой, собственно. Кайф. Смотрел про камеры и понял опять такую тему, мне Денчик подсказал, что нужно делать, смотреть туториалы на самом деле, как снимать их, я думаю, что у меня получится. Снимать и познавать, собственно, игру и снимать по этой игре, потому что качество как бы картинки есть, а то, что вебка и прочее, она у меня вообще не играет роль. Но я провел опрос, сейчас написал, типа, что первее взять, вебку, либо вот этот вот... монитор 240 Гц. Ну, просто для себя интересно. А так, насчет камеры А7C. Сейчас вышло А7C2, и если, когда все пойдет нормально, то есть в плане там аудитории, я уже нормально начну пилить контент, тогда можно будет ее приобретать. Либо первая версия А7C, когда будет нужно качество. Ну, до этого надо дорасти. Может, вообще годы пройдут. Кто его знает. А сейчас можно остановиться на Брио максимум. Ну, кажется, нащупал. Туториалы заходят. Надо учиться, больше учиться редакту. А ими тоже учиться. И все пойдет. Потому что там очень мало гайдов по Фортнайту. Надо больше узнать, пообщаться с игроками топовыми, какие-то советы. Взять интервью, пару советов от игроков, тоже было бы интересно. Может, уроки. Было бы прикольно. Будем снимать. В общем, есть поле для этого, для роста. И самое главное, что для этого ничего не надо. Ни денег, ничего. Ни техники покупать. А по поводу вот этой RGB штуки, я возьму луну такую прикольную. И прожектор. Ну, как у меня есть, вот. Все. На этом все. Больше покупать ничего не буду. Блин, ну это был вчера безумный такой релакс, когда пантограф стоит, обалденный звук. Я посмотрел все ролики, которые закинул. Блин, офигенно. Просто круто. Не вариант вообще найти себе моторник. Все еще холодно, даже очень. Отдохнем. Пока морозы спадут. Настроение шикарное. Фух. Ништяк.
Что, ребят, еду домой, собственно. Что-то захожу домой и такой подумал, блин, мне бы найти нарезчика, конечно, для видосов. Но я сейчас будет свободное время, буду разбираться с туториалами, прокачиваться, осваивать все движухи, делать прям вперед ролики.